Так, всем здорово, ребятишки. Короче, приобрели на Озоне вот такую вот бензопилу, называется. Вот бензопила Ставр называется. Вот. А, смотрите, модель ПЦБ45220. Давай, открывай, братан. Сейчас ее распакуем. Давай, вытаскивай комплектующие. Все, вытаскивай. Это шина. Вот такая вот шинка, ребята. Так, 18-я шина. Огонь. Так, крышка. Крышка тоже огонь, в принципе, пластик. Это такой, ничего хороший. Смотри, вот эти вот спайные нормально, да, кстати, вот эти вот штучки? Да, хорошие. Нормально, качественно сделали. Так, что, инструментик открывай, что там? Так, ну надо высыпать что-нибудь вообще. Так, еще и шестигранничек. Маленький каленый шестигранничек. Напильник. Напильник, кстати, слушай, это довольно-таки прикольный напильничек для бензопилы. Да, подтачивать цепочку. Набор такой хороший, богатенький. Хорошенький, да, богатенький набор, в принципе, друзья. Так, лады. Ставим. Так, это емкость. Мерная емкость, да, до 1 литра. Цепочка. Вот. И само устройство, сам, короче, сам агрегат, пацаны, вот такой вот. Можно как, мы будем, я думаю, мы будем снимать фильмы «Резня бензопилой по Краснодарски». «Резня бензопилой по Краснодарски» скоро выйдет видео, пацаны. Я думаю, оно будет очень интересное. Так, ну что здесь, в карабасе пусто. Так, и получается инструкция. Вот. ПЦБ, пила, цепная, бензиновая. Так, ну что здесь, в принципе, смотрите, глушак. Ну, идеально, конечно, когда это уже получается вторая новая бензопила. Сейчас мы протянем. Нет, сперва мы запустим, а потом уже, если все будет окей, мы протянем вот это вот все болтики на всякий так. Ну, на всякий, для спокойствия, скажем так. На всякий пожарный. Вот. Короче, вот такая вот пила. Сейчас будет первый запуск. Понял. Кстати, покажи, как снимается воздушный фильтр. Ну так, вот откроем. Угу, смотри, да. Что, в принципе, прикольно довольно-таки сделано, да? Смотри, шайбочка. То есть некоторые, да, некоторые в крышке там идет, а некоторые идет здесь, шайбочка. Ну, что сказать еще хочу. Пластик достаточно сильно уже оббитый. Не, ну он нет, он просто такой летел, он не обработанный пластик. Да, но этим никто не заморачивается за такую цену. Сколько, говоришь, стоила она? Честно, вот я не помню. Не помнишь? Ну ладно, тогда не суть. Цена в комментариях будет. Цена в комментариях будет, да, в закрепленном комменте. Можно ссылочку оставить, если хорошая была. Ну да, если норм будет, доставим ссылочку. В принципе, подсосик работает. Выключатель. Это чисто такой обзор. Этого нету, короче, резинового подсоса, то есть наполнения камеры нету. Карбюратора, вот. Как на остальных. Фильтр, наверное, на две части разделяется, не разделяется. Нет, фильтр спаянный, на две части, походу, не разделяется. А может быть и разделяется. Сейчас посмотрим. Уплотнители, резиночки. Ну-ка. Попробую это, выдави его пальцем. А вот так? Да. Не-не-не. Нет. Короче, фильтр неразборный, но в принципе спайный. Тоже хорошо, то что нет щелей для подсоса пыли. Все, собираем обратно сейчас и запускаем. Ну, да. Заодно решили глянуть, что за свеча зажигания. Вот такая LED, почти как сигарета. Вот, но это не так, это свеча. Короче, ну, в принципе, что, давайте дернем. Давай, подержи. Так, желающий есть палец сунуть и проверить, как бьет искра? Нет, нет, таких нету. Собираем и запускаем мотор. Так, короче, вынесли бензопилу в огородик, чтобы она не шумела. Сейчас будем обкатывать ее. Несколько баков бензина, чуть-чуть добавили побольше маслица. Давай, заводи. Реально, первый раз запускаем. Давай, 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 пробуй. Она с первого раза по-любому не запустится. Да, все норм, да. Давай, нажму. Начать. Это первый запуск, блин, ну реально. Ну. Давай, 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 давай. Не, ну реально первый запуск. Что-то слушай-ка, у меня. Во! Бензин пошел. Погоди, стопэ. Давай-ка берем. Давай еще разочек. Еще раз. Давай еще разок. Контрольный. Короче, вот так.
так вот работает, она обожает. Пацаны, уже стемнело, короче, пробуем. Зашли, полтора бака бензина, пробуем, Олега. Вот, особо сильно не газуй, пока на обкатке. А так, пацаны, вот она работает, вообще без дела. Мощная.